Это прикол называть этот город курортом. Трэш стайл. Вообще какая дичь. Вот Грозного, Владикавказе вот такой вот хероты вообще нет. Город-курорт. Подыши у трассы выхлопными, зайдись в курортном настроении. Так, ну что, я резко переместился в Кисловодск. Администрация. Переместился в Кисловодск и, конечно, в Владикавказ как-то поприкольный городок. Сейчас посмотрим этот город-курорт. Только непонятно, почему он называется курортом, где загазованность лютая прям ощущается. Куча машин. И немножко Махачкалу напоминает. Серьезно. По ощущениям. То, что здесь тоже какое-то движение бешеное, какая-то грязная дорога. В Грозном, во Владикавказе другие ощущения. Ну ладно, сейчас посмотрим, что здесь хорошего. Я здесь был, правда, уже много раз. Я отсюда родом, ну рядом, из Пятигорска. Точнее, не из Пятигорска, а из станицы Незлобная. Но, в общем, я здесь был в детстве, но уже... Ну не только в детстве, но... Короче, надо освежить нужно. Воспоминания о городе. Сейчас посмотрим, что здесь. Как он вообще, что он из себя представляет. Я вот реально не понимаю, ну вы не в себе строить такую громадину, зачем? Это же неуютно. Кто решает вот это? Покажите мне этого человека, я лично с ним пообщаюсь. Он ответит у меня за все это преступление, что здесь происходит. Я против таких построек. Почему он у меня не спросил? Кто он вообще такой, блядь? Я с ним пообщаюсь. Кисловодск за службу по контракту. И где здесь курорт? Я вот честно, я не понимаю. Это прикол называть этот город курортом. Мне кажется, это реально какой-то стёб. Своя атмосфера, да? Интересные перепады высот, такие нависающие заборчики, домики. Город-курорт. Подыши у трассы выхлопными, зайдись в курортном настроении. Город-курорт. О, я понял, фишка этого города вот такой вот трешачок. Вот такой вот коричневый трешак. Это визитная карточка этого города-курорта. Но в этом что-то есть, признаться. В этом что-то есть. Свой шарм. Ого, не знал, что у нас здесь есть заигрывание с евреями. Кошерное. Интересно, интересно. Вот это что такое?
вот все, я сейчас поеду в Чечню жить, я это понял. Единственное место, где самое чистое в нашей стране. Ну, там еще есть пара мест, наверное. Но такие вот благостные ощущения, которые я испытываю в Чечне, нигде я еще не испытывал, так что я поеду туда жить скоро. Будет большой репортаж с Чечни. Трэш стайл, Кисловодск, визитная карточка этого города. Я шучу, конечно, здесь есть плюсы, их очень много. Я пока просто так по-доброму издевку делаю, да? Сейчас пойдем в хорошие места смотреть. Тайка сделает массаж, и у тебя недержание мочи уйдет. А, я понял, здесь курорт как бы в определенном месте. То есть есть трешачок, а есть курорт. Вот начался курорт. Вот это да. Вот это да. Вот это праздник. Это праздник. Обожаю звук чемодана, катящегося. Напоминает путешествие, перелеты в другие страны. Пушкина. Вообще какая дичь. Они сделали рынок, блин. Вот в Грозном и Владикавказе вот такой вот хероты вообще нет. Чтоб какую-то колонку выставили на улицу и врубали какую-то стрёмную музыку просто. Это вообще просто омерзительно здесь находиться, если честно. Город похож на какой-то дешевый рынок. Пятигорск мне больше нравится, чем Кисловодск. Благодел.